Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 9. Урок 26. При решении задачи мальчику пришлось делить 40 на 8. Он расположил ход действия, как показано внизу. Сестра, увидев такое неправильное решение, сказала ему об этом. Тогда мальчик начал проверять деление, умножая делитель на частное, и у него вновь получилось делимое 40. В чем ошибся мальчик? При делении ошибка в том, что мальчик неверно подобрал первое число в частном. Верное решение такое. Когда мы 40 делим на 8, мы должны взять по 5. А 5 умножить на 8 получится 40. Это верное решение. При умножении ошибка его в том, что мальчик неверно записал в сумме результат умножения 8 на 4. У него получилось 32 десятка. Нужно было записать со смещением на один разряд влево. Верное решение. 41 умножить на 8 будет 328. У вас возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.